Сегодня у нас торжественное открытие и начало испытаний всероссийских юнармейских игр без права на ошибку. Вообще всероссийские юнармейские игры проводятся по всей стране, разные тематики. У нас они более привязаны к инженерной тематике, естественно, потому что в Тюмени у нас действует Тюменское высшее инженерное училище. И поэтому училище предоставляет нам полигон для того, чтобы для ребят провести такие замечательные соревнования. У нас сегодня здесь порядка 100 ребят юнармейцев из Тюменской, Курганской и Омской областей. После торжественного открытия они выдвигаются на марш-бросок с решением различных ситуационных задач. Достаточно большой марш-бросок, где они будут останавливаться командами на точках, решать задачи по тактической медицине, по штурму, по огневой подготовке и так далее. Ребята, поучаствующие в этих играх, во-первых, понятно, что они получат колоссальный опыт в плане обучения и соревнований. Во-вторых, у них будут достойные награды. В-третьих, как правило, всех тех ребят, которые побеждают во всероссийских играх, мы в дальнейшем представляем к награждению знаками юнармейской доблести. Это главная награда для юнармейцев. Сегодня как бы будет все очень интересно. Мы будем проходить как бы практическую часть, которая предстоит нам завтра показать хорошие результаты. Мы начинаем бежать в составе подразделения. Марш-бросок. Одни из этапов — это снаряжение, разряжение магазина, разминирование минного поля. Также оказание первой медицинской помощи и транспортировка раненого. Все равно мы все юноармейцы, мы все из Тюменской области, как минимум летом у нас проходят лагеря, и мы все друг друга знаем, у нас, мы просто дружим, так сказать.